Привет, я Никита Власов, и вы смотрите тележурнал «Виртуальный мир» на телеканале ТНТ «Онега». Новости из мира передовых технологий ждут вас в ближайшие 5 минут. Робототехническая компания Boston Dynamics, принадлежащая Google, представила новую версию гуманоидного робота Atlas. Робот весит около 82 килограммов. В движении робот приводится при помощи гидравлической системы. Робот способен удерживать равновесие, даже в сложных ситуациях, и постоянно отслеживает цель. Если ящик отодвинуть, когда Atlas уже нагнулся, чтобы взять его, то робот разогнется и опять подойдет к коробке. Также робот демонстрирует умение самостоятельно вставать после падения. А ведь навык правильно падать, а потом вставать, все еще достаточно сложен для большинства современных роботов. Компания HP представила свой новый смартфон. Смартфон работает под управлением мобильной версии операционной системы Windows 10 и ориентирован на бизнес-пользователей. Смартфон продвигается как многофункциональное устройство, способное при необходимости заменить планшет, ноутбук и десктоп при использовании дополнительных аксессуаров. Смартфон HP оснащен 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD, 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал новый процессор Qualcomm Snapdragon 820. Отмечается наличие сканера радужки глаза, сканера отпечатков пальцев, защита от воды и пыли и падений с высоты до 1 метра. На сегодня, пожалуй, все. На этом я, Никита Власов, прощаюсь с вами. Увидимся снова уже через неделю. Там мы посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире передовых технологий. Пока. Генеральный спонсор программы ООО «Связь-сервис».